Екклесиаста, глава 7. Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти — дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом, и это суета. Притесняя других, мудрый делается глупым, и подарки портят сердце. Конец дела лучше начала его, терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, и особенно для видящих солнце. Потому что под сенью ее то же, что под сенью серебра. Но превосходство знания в том, что мудрость дает жизнь владеющему ее. Смотри на действование Божие, ибо кто может выпрямить то, что он сделал кривым? В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое сделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя? Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? Хорошо, если ты будешь держаться одного и не отнимать руки от другого, потому что кто боится Бога, тот избежит всего того. Мудрость делает мудрого сильнее 10 властителей, которые в городе. Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы тебе не услышать раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других. Все это испытал я мудростью, и я сказал, буду я мудрым, но мудрость далека от меня. Далеко то, что было, и глубоко, глубоко. Кто постигнет его? Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие, глупости, невежество и безумие, и нашел я, что горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я, — сказал Екклесиаст, — испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моя, я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы.